Всем привет! С вами Дима OnePoint, и здесь один из инди-разработчиков сделал настоящий подарок всем тем, у кого еще нету PlayStation 5. Вы можете абсолютно бесплатно скачать с его сайта архив с игрой, <coughs>, которая называется PlayStation 5 Симулятор. А, вот он этот экзешник. Я вижу по, лого по логотипу этого экзешника, что он сделан на движке Unreal. А, давайте запускаем, разрешаем доступ. И что? Бренд Бауэр, уберись! Ага, я понял, моя. Моя бабушка, что то там. А, короче, возьмите свою PlayStation 5 домой. Что я могу делать? Я могу ходить, я могу пинать стол. Тут у нас присутствует физика, без этого абсолютно никуда. А, немножко не хватает вертика вертикальной синхронизации. Мне кажется, ладно, нам позвонили в дверь, нам ее нужно открыть. Вот оно, О ох, вот, вот это прекрасный у меня участок, вот это я понимаю. Блин, а я бы в реальности хотел бы такой дом. Определенно я бы хотел такой дом в реальности. Смотрите, тут два гаража есть, Охрене... охрененная хата. И самое интересное, что и находился бы я точно так же, как и здесь. Вот. То есть, чтобы никого вообще рядом не было, чтобы не было никаких соседей, которые сейчас сверлят. Надеюсь, вам не будет слышно, опять же, их дрели. Итак, коробочка, ее нужно... Ага, Ага, нам нужно задерживать. Угу. Ее нужно открыть. Так, ну я думаю, поскольку там э, плойка, она, наверное, упакована хорошо. А подождите, ее же нужно подключить. А где у меня в моем прекрасном доме находится, э, находится телек? Ну, немножечко побьем, ничего страшного. Нормально. Ничего, жива, я думаю, будет. Так, пока здесь кинем. Хата, хата, куда у нас? Э, тут у нас детская. О боже мой, как он стрёмно выглядит. Нет, мой ребенок не будет играть с такой игрушкой. Наверное, мама купила. Так, ну-ка. здесь у нас телека нету. Почему так много комнат и почему мои соседи опять начали сверлить? Так, хорошо, не заткнулись. Смотрите, у нас тут есть... Так, стул, иди в попу. У нас тут есть даже кнек. Причем Kneck 3 для PlayStation 5. Офигеть! Я нашел игру. Выкинем ее пока. Нам это не нужно. MacBook точно мне теперь не нужен, ведь у меня есть PlayStation 5. О, розеточки. Что такое? Что с ней? Почему она состряла в стене? Так, иди сюда. Иди сюда, пойдем. Нам нужно плойку, сейчас будет подключать. Так, куда бы ее подключать? Но ну, ванну ее точно не надо подключать. О! А как игра здесь оказалась? Ну ладно, допустим. Так, тут у нас. На, я понял. Я понял. Так, какая у нас еще комната закрыта? Вот это. Открываем. А -э 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 Стоп! А где телевизор в этой квартире? Вообще, по сути, он здесь должен быть. Может быть, в шкафу. Ой, и тут еще. В каждом шкафу по удлинителю. Вот это я понимаю. Сразу ясно. Дело не наш человек. Хотя, с другой стороны, у нас тоже удлинители в каждой комнате. Оп, спальня. В спальне нет, телевизора тоже! Может телевизор надо купить? Подождите, а где он? Тут ванна. Не, 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 ну дом какой-то слишком огромный для меня. Я пока даже телевизор найти не могу. Роутер. Почти Asus, только это какой-то. Ай, Asus. Так, хорошо. А где телевизор в этой квартире? Я тут коробку затащил на второй этаж, но походу дела не надо было этого делать, да? А, вот он. Черт. Черт, погнали обратно. Погнали, погнали обратно за нашей карабенцей. Так, хорошо, хорошо, так, ну на, нормально, нормально мы, я думаю, донесли. Ну чуть-чуть, чуть-чуть побили. Так, что, давайте как это, как нормальные а, распаковщики все это будем открывать. Так, ты мешаешься. Шла вон, тоже мешаешься. Все разойдитесь, у меня PlayStation 5. Мебель тоже нафиг пошла. Так, а как? Ага, а мебель я что не могу? Мебель не могу выкидывать. Ну ладно. Так, мне нужно как-то открыть эту коробку. Как ее открыть? А если вот я просто чуть-чуть нажал. Так, подождите, как мне ее открыть? Я не понимаю. Откройся, пожалуйста. А, что там еще? А, можно делать в ротейт. Окей, а смысл от этого ротейта, что я это делаю? Как мне ее? Как мне ее открыть? Пожалуйста, помогите хоть кто-нибудь. Так, ладно, окей, может быть, ножом. Так, надо бы, наверное, найти нож, да? О, ты валяется, это что? Это у нас телефон. Телефон нам тоже в ближайшее время не нужен, как и наш ноутбук. А, вот, ножи, ножи, ножи. Я понял. Так, отлично, пора открывать коробку. Как? Открывай. Давай, open here. Ееее, мы это сделали! Так, so круто. To а, достанься, достанься. Так, нужно, короче, ее подключить. Я понял. А куда ее подключить? Там же определенно все сзади вот это находится. А, блин, все мешается. Я тут всю квартиру разгромил, <laughs> точнее всю хату. Так, ну смотрите, какая она красивая, да? Мы можем покрутить ее туда-сюда. Уронить, му мор... Нифига мы. <laughs> вот это хорошо. Вот это хорошо, так. Тебя нужно подключить к розетке. А где у нас розетки? Давайте телевизор скинем вообще. А, вот, вот так вот. Да? Ага. Розетка у нас одна. Нам 100% нужен переходник. О, ручки есть. Кайфово! Кайфово! Удобненько, удобненько. Так, а чё он такой тупой? Зачем он купил вообще все это дело, когда у него даже розеток нету. Так, хорошо. Погнали. Ножницы опасны. Выкинем их пока. Нож, ножницы, до свидания. Все. Вы живете теперь на улице. Так, все, мне ну, нужен переходник. Ага. Ага. Я понял. Мне из этих кучи переходников нужно, что ли, сделать? Розеточку, наверное. Которая будет у меня вот здесь. Вот, потому что терек у меня находится вот здесь. Либо мне просто перетащить терек в другую комнату. Что это было? Куда ты улетел? Подождите. Тут слишком все сложно. Так, а что здесь, кстати, я не открывал? О-о-о! Гараж! И тут опять очень много этих. Угу. угу. Да их вообще дофига. О, даже есть у нас гаечный ключ. Шикарно, это разводной, точнее, ключ. Мы можем туда выйти? Нет, не можем. Каминчик, тут у нас тоже розетка есть. Одна розетка. Тут везде одна розетка. Так, ну это мы сжигаем. Нам это все. Нам. Нам другая техника больше не нужна. Выкидываем ноутбук. Камин. Все, он горит теперь. Может, за диваном есть розетка? Обычно за диваном всегда розетки есть. Нету! Нету розеток! Что? Почему в этом доме так мало розеток? Охренеть! Я зол! Я выкину чайник! Так. О, да. Короче, я понимаю, на что разработчик нам намекает. Он намекает на то, чтобы мы делали огромную гирлянду. Стоп, тут две розетки есть. Все, я нашел. Я нашел, что и как можно сделать. Так, вот это вот, передвигая. Ага. Ага. А это передвинуть нельзя. Все, я понял. Короче, мне всего лишь нужно взять телевизор и притащить его себе в спальню. Все, он переезжает отсюда. Погнали, братан. Так, тихо. Аккуратненько. Несем. У меня PlayStation 5, я хочу играть теперь в спальне. Все, я, я не хочу вообще свою жопу поднимать. Так, давайте его поставим на тумбочку. Э -э Поставили. Так, на надо бы перевернуть все-таки. Как его перевернуть? Ну вот так, допустим. Все. От ну и так сойдет. Выкидываем пуф нафиг. Берем розеточку. Включаем. Есть. HDMI Connection. Отлично. Так, стул тоже выкидываем, не нужен. Все это не нужно. Это теперь живет в ванной. Нет, не живет, не вылезает, потому что. Все, выпихиваем тогда вообще отсюда. Иск... Он меня не выпускает! Я... Так, так, вот здесь, короче, живи. Я пошел за плоечкой. Теперь мы можем подключить ее. Там даже нам показали, где HDMI connection. Все, потащили. Немножко побьем ее об стены слегка. Так, 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 так. Отлично. Мне кажется, идеально. Так, теперь подключаем ее к розетке. А, хотя надо сначала HDMI включить. Подождите-ка. А чего она заглючила так? Э, HDMI connection, ты где? Ты где застрял? Чё за фигня? Он почему-то в стене. Так, подождите-ка. Что с ним? Что это такое? Ни хрена себе длинный HDMI в плойке оказывается. Ну ладно, понесем его вручную. Что поделать? Что поделать? Такое бывает. Так, и где он теперь? Куда он делся, черт возьми? А, вот он в стене остался. Так, HDMI. Давай мы тебя как-нибудь это... Вот так вот. Можешь через стену, нет? Братан. Ну надо, надо. Мне нужно тебя подключить к Терику. Чё? Что за фигня? Может, Терик сюда поставить, раз такой длинный HDMI? Чё? HDMI, ты меня бесишь. Какого хрена происходит? Просто какого хрена? Пожалуйста. Пожалуйста, HDMI. Давай. Так, я понял. Короче, берем плоечку, еще немножко потаскаем. Может быть, HDMI встанет на место. Так же, как и. Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Даже на диван тебя кину, пока что. Все, давай. Включаем. Берем. И вот сюда вставляем куда-нибудь нет так хорошо переворачиваем вот так вот так иди сюда давай блин никогда не было подключения плойки таким сложным это жесть это не симулятор меня закрадывается впечатление что это не симулятор е мы с этим справились ура наконец-то так Иди сюда. Иди сюда. Все. Так. Теперь мы это должны в розеточку включить. Вниз, все. Е! -е, 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 -е! Да ладно! Охренеть! Мы это сделали! Мы с этим разобрались. И даже у нас есть счетчик FPS. Вот это прекрасно. Вот это я обожаю. Это мне нравится. Кто? Что? Что? А контроллер-то где, кстати? А где контроллера? Кто позвонил опять? Это контроллер, я так понимаю, да, принесли? Что это такое? Мне кажется, я когда-нибудь выйду и просто меня убьют. Что? почему опять коробки? Это что? Это что такое? Ладно, допустим. Ну, ножницы пускай. Ножницами же можно это дело открыть? Давай. Ну, Но... давай. О, да ладно, Xbox! Что? Почему? Кого? Вот это я понимаю. Это жизнь какого-то, видимо, популярного блогера, мне кажется. Потому что мне так не присылают. А... Seems like it's wrong gamepad. Классный геймпад. Я а смогу ли я его законнектить? Ладно, пускай здесь пока лежит. Так, так. Что у нас в этой коробке, мне это интересно. Не, ну там понятно, что это боксец будет. Вот в этой что? Да почему она с первого раза не открывается? О, геймпад от плойки. Но это DualShock 4. Камон, мне нужен DualSense. Он не подойдет к этому говну. Он не подойдет. Так, 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 так. Берем, ломаем. Е. Yeah. Во, что, что это? Во. DualSense на зарядочке. Отлично, я хочу, я хочу играть. Но... Чего заряжать надо? Блин, говна, кусок! Кто геймпады присылают такие разряженные, а? Сто процентов Sony так умеют. Сейчас мы его зарядим. Всё. А кабель опять застревает, да? Так, у меня тут где-то еще розетка была, я видел. Тут розеток-то много, но все они по одной штуке. Во. Ну вот опять кабель просрался где-то. Да черт возьми, блин, кабель, камон, да так нельзя делать. Где он? Где он? Коробка пошла вон. Ножницы. Так. Да блин, почему... Кстати, почему они так сделали? Блин, бесит! Бесит, 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 бесит. Ну и что теперь делать? Где оно застряло? Где оно застряло? Я так понимаю, все должно быть на первом этаже, да? Да черт! насколько далеко это сможет все разойтись. Давай. Давай. Я к соседям его отнесу, там буду заряжать. Да что такое? Эта игра меня просто убивает. Это жесть какая-то. О, да. Я нашел. Я нашел и включу куда-нибудь судых. Где? Где, 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 где? Вот здесь была, да. Вот, я помню, что здесь была. Все, здесь бросаем тебя, братан. Как-нибудь вот так. Во! Шикарно. И все, и несем. Блин! Блин! Диван мешается! Черт! Они издеваются надо мной. Они просто издеваются надо мной. Так, ладно. Сдвинем сейчас как-нибудь диван. Давай, пошел вон отсюда. Пошел. Все, диван у нас теперь не здесь. Диван теперь вот здесь. Все, ладно. Так, а ты чего тут делаешь? Пошел вон. Так. Отличненько. Я надеюсь, ничего сейчас не сгорит. Почему там ноутбук еще не сгорел? Он мне не нужен. Все, вставляем. Отлично, теперь, теперь это нужно как-то поставить ровненько. Давай. Давай. Давай, ровненько. О-о-о! Вот это я понимаю! Вот это я мастер. Я, я уже привык просто к такому делу. Все, красава, красава. Теперь идем за дуалсенсом. Сейчас будем играть. Сейчас будем вовсю рубиться, офигенно. Так, немножечко. Где он? Я его потерял! <с> Братан, иди сюда. Надеюсь, ты еще функционируешь после всех этих ударов. Так, а как тебя поставить на зарядку? Вау! Вау! О, нифига. А что, мы уже зарядили? Все? Это... Понятно. Sony Boy, походу, делали игру. Sony Boy, 100%. Так, а как мне приконнектить? Батон. Uh,

Я тебя понял. Блин, да это жесть какая-то. Что? Я, я хочу поиграть. Камон, я просто хочу поиграть. Don't worry, boys. The engineer is engineer. Да, сейчас мы это все починим. Сейчас все починим. Хорошо, что я изучил территорию, я уже знаю, что делать. Я, я просто заправский дом владелец. На, чинись. Чинись. Еее, yeah. 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 вот это yeah. я понимаю. Все бы так чинилось, было бы просто замечательно. <laughs> Ребут? Ну, допустим. Я от знак себя системный администратор. Отлично. Finally, Мне кажется, может быть, PS5. и так бы это все починилось нормально. Ну ладно. Наконец-то могу поиграть. Лоечку. Че? А где гим? Гей... Куда делся геймпад? Они издеваются. А, вот он. А ты что тут делаешь? Так, все, погнали. Wait, да, блин! Я забыл про это говно. Oh, конечно. Конечно, Кнек 3. Давай. yeah, Please wait. Ой, надо пойти пожрать, чем взять, окей. Okay. Возьмем без проблем. Снэкс. Где у нас снэки? Где у нас снэки? Снэки где-то вот тут были. Отлично. все! С хорошим хавчиком. Сейчас будем PlayStation 5 играть на коне. Да ч? Да куда? А, во, вижу. Все. На кровать. Ладно, не на кровать. А все, я... Так, подождите. Как это работает? Куда, куда мне снеки класть, чтобы он видел? Че так долго грузится? Тут же ssd типа новый стоит, супер крутой. Подождите, а куда геймпад делся опять? А, вон он. Надо тебя взять, братан. Сейчас мы тебя поставим. Сейчас мы тебя поставим. Так. Да что? Что Ж ТЫ БУДЕШЬ ДЕЛАТЬ? КАКОЙ У МЕНЯ неаккуратный ПЕРСОНАЖ? Во, отлично И? Может быть? Давай Да давай работай, я не знаю же каким геймпадом в тебя кидать Чем в тебя кинуть? Может пультом? А, это не пульт, это телефон Телефон не хочет кидаться А где гейм... А, вот он Братан, работай, пожалуйста Я хочу уже поиграть Сколько можно грузиться? Ну, я же взял снейки. Что мне с ними делать? Ну, вот на кровать даже заберусь. Ну. Ну. Да что ж ты будешь делать? А что у меня вот здесь постоянно светится? Скажите. Что у меня тут? А, это то, что открыто? А гитару я могу взять? Нет. Блин. Я же хотел на гитаре играть. У меня еще тут игра есть. Может, другую игру? Oh, Давайте другую игру попробуем держи. Держи. Ух ты, вот это был прикол. Держи. Ну что тебе от меня нужно? Надо все снеки, что из с кухни принести. Черт, блин, я не знаю, что тут делать. Ладно, хорошо. Блин. О, эта игра просто потрясающая. Держи, тварь! О, нихера. Кажется, это открывается. Я понял. Так, ну-ка. Держи, плойка! Держи! Во, открылись. Отлично. Держи. Так, сейчас еще возьмем. Сейчас будет больше! Больше чипсов, потому что я хочу жрать больше. Так, берем. Все, погнали. Так. 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 На! Я это поем. Я это обязательно поем. Нет. Короче, плойка, давай работай, а срань, блин, все как в жизни. Ч за дела вообще? Че за дела? Мне это не нравится. Я еще пачку нашел. Я нашел еще одну пачку и ее несу. Быстрее. Быстрее в комнату. Получай. Сколько тебе еще нужно всего? Получай. Сколько тебе нужно от меня чипсов? Запусти, пожалуйста, мне кнек. Запусти. Короче, есть у меня подозрение, что. Игра, наверное, не запустится сегодня. Вообще никак. Поэтому. Единственный выход, который я сейчас вижу, это забрать Seems с собой like геймпад от Xbox а и пойти играть куда-нибудь в другое место. Все, до свидания, дом. Это было все, конечно, хорошо. Это было замечательно. Я хотел всего лишь поиграть всего лишь поиграть в PlayStation 5, но у меня ничего не получилось, поэтому с боксом у меня явно все это дело получится. И вот это что такое? А что ни хрена тут у нас? Ни хрена тут у нас? Круто, круто. Ну ладно, все, все. До свидания. Пошел играть на боксе. Геймпад заберу. В общем, всем огромное спасибо, друзья. Вот такой вот симулятор PlayStation 5 э, достаточно весело. Э, для бесплатного для бесплатной игры это неплохо. Ну вот как-то вот так. Не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. И, конечно же, ставить лайк, если вам понравился этот прекрасный симулятор. Черт, я поиграть хотел! До свидания.